Следующая остановка – Ангелов переулок. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Ангелов переулок. Следующая остановка – Митинская улица, дом 48. В год столетия запуска регулярного речного транспорта в Москве на воду вышли самые современные в мире электрические суда. Они работают для пассажиров круглый год. Теперь поездки еще удобнее и экологичнее. Подробнее на едином транспортном портале и на сайте mos.ru. Митинская улица, дом 48. Следующая остановка – метро Митина. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай их, сообщайте водителю.
Митина. Следующая остановка – Митинская улица, дом 26. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Митинская улица, дом 26. Следующая остановка.